Всем привет, друзья! С вами Корвит. Мы продолжаем летать по космосу в Триган и искать что-то интересное. Мне нужен космопорт. Мы прилетели в новый сектор, и я надеюсь, что в этом секторе я в скором времени смогу все-таки прилететь к какому-нибудь космопорту и продать кучу всего ненужного и еще что-нибудь вкусненькое прикупить. Значит, отправляемся дальше. С едой у меня вроде бы сейчас проблем нету, да? 16, ну, на 5 прыжков типа хватит. Не знаю, сюда или сюда двигаться. Наверное, сюда лучше двигаться, в Мерга. Мерга называется следующая система. Дайте мне космопорт. Прыгнув в систему, видите скопление кораблей Тетрикон. В то время как ожидается плотный заряд гиперпола, вы замечаете, что ваш корабль улетел. Единственное, что корабль стремительно приближается к вам. Приветствие, вы не из этого сектора. Согласно нашей базе данных, нарушители должны быть наказаны. Отказаться что-либо говорить. Активировать боевой протокол. Вы будете стерты. Вот такие вот у нас стоят реконы. Так, ну это стандарт. А нет, не стандартный. Тут, ну типа корабль такой же, но другие пушки стоят. Так, ну окей, сразу же так делаем. Сразу стреляем по ихним. О, он сразу выстрелил по мне. Да? Да. И причем попал. Но... Так, типа... Ой, я не вырубил их ни пушки. Вот, теперь вырубил. Как-то быстро они чинят там все. Слушай, а че так быстро все у них ремонтируется? Я не знаю, может быть, они меня не пробьют, и я смогу стрелять по ихним щитам. Давай попробуем по щитам, наверное, вдарить. Хорош. Промазали. Вот это какая-то, да? Это, видимо, Эми пушка у них. Но что-то она не особо как-то работает, по-моему. Так, щиты включились, но я думаю, что я смогу пробить, да. Отлично. Все, меня вроде бы не покоцали. Я чуть не обратил внимания, вроде все по старинке. Уничтожать корабль, забирать все, что есть. Немножко лома, денег и так далее. Так, у меня проблемы с кислородом. Надо починить. А то да, видишь, как сразу становится плохо. Отсеки теряют кислород. Да, в принципе, есть такая тактика, то есть, когда на корабле есть гуманоиды, которые дышат кислородом, можно просто стрелять по кислородному отсеку, и в итоге все просто задохнутся. Но это при условии, что, допустим, корабль плотный, да, то есть, плотный, который ты не можешь пробить. И вот как, в принципе, было до этого, когда мы были в предыдущем секторе и воевали с кораблем дипломатов, вот, он был достаточно плотный, и... Я его прям пробивал очень долго. И вот там можно было сделать такую тактику, стрелять как раз-таки по кислородному отсеку. Вот, чтобы там просто все задохнулись. Но не знаю, насколько это грамотно. Если бы здесь было бы сохранение, тут просто нету, ну, локального какого-то сохранения. То есть я не могу сохраниться, если что, потом перезагрузиться. То есть я играю как бы в таком, в режиме хардкора. Если я умру, то, наверное, все. Вот, я буду просто начинать игру с самого начала. Ну, опять же, по аналогии, как было Faster Than Light. Но там, по-моему, давали какие-то плюшки. То есть если ты проходишь как-то далеко, у тебя открывались новые корабли, что там, по-моему, новые расы. Вот, я не знаю, здесь так же или нет. Ну окей, в целом я заряжен, у меня сейчас все окей. Единственное, я хочу, наверное, поставить электромагнитные бомбы. Потому что здесь у меня бомба одна всего лишь. Или можно ракеты подрубить, не знаю. Давай, наверное, блин, ну бомбы. Бомбы. А, у меня две такие бомбы. А, ну две пускай будет, хорошо. Это, видимо, одна просто заряжена, типа, сразу. Подождем тогда, пускай зарядится. И 171 лом у меня. Может, что-то еще улучшить? Может, еще улучшить щиты? Или трюм может улучшить? Не знаю. Трюм, если честно, вообще не хочется улучшать.
Уклонение 12%. Можно гипердвигатель улучшить. Но опять же, мне нужно улучшать реактор, чтобы улучшать какие-то системы. Скорость подачи 80 и 30. 110. Кстати, немного 110. Можно вот так сделать. Прошел день. Закидываем сюда. Все, у меня 50 щитов. Это, мне кажется, много уже. Отправляемся дальше тогда. Подожди, а день прошел, и это типа я потратил еду? Или нет? Я не обратил внимания, потратил я еду или нет. Нигде не нарисовано, что здесь есть какой-то... Здесь вот почему-то нарисовано... А, это типа врата так отображаются. А вот каких-то космопортов... Вообще странно. Мне кажется, возле врат самое место построить какой-то космопорт. А, предлагают поработать курьером. Надо быстро донести правосудие. И, наверное, сволочи все... Это тоже пираты. Давай мы их тоже уничтожим. Уничтожить пиратский корабль. Там может быть еда. Ты, говорит, в натуре офигел. Так. Пу-пу-пу-пу-пум. Ну, также по оружейному отсеку, я думаю, будем шмалять. По стариночке. Можно по щитам, вот так. Один выстрел по щитам, три выстрела по оружейному отсеку. Пока они там все восстановят. А они уже у них получается работает только вот эта пушка. А она очень слабо. То есть она мои щиты не пробивает. Вот это только может, да? Это у нас получается Эми пушка. Стреляем сюда. Нормально. Я думаю, вообще на изи тут справимся. Потому что вот эта пушка меня не дамажит вообще. Так, ну вот она только включилась. Пока она зарядится, у меня уже будет готов перегруз. Перегруз есть. По оружейному отсеку стреляем. Хорош. Так, ждем, 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 ждем. Перегрузку ждем, ждем. Они точно не успеют починить. Последние выстрелы остались буквально. Оп и оп. Все. Корабль, кстати, красивый, мне нравится, классно выглядит. Да все, в принципе, здесь корабли выглядят офигенски. Так, ну, еды нет, но зато мины есть. Есть мины, есть маленькие ракеты. Мины — это хорошо. Да, вот эти вот обычные, которые мины. Так, ну все, полетели дальше. Еды нет, конечно. Я не знаю, что сейчас будет, потому что у меня еды нету. А мне надо прыгать дальше. Ну, полетели. Наверное, может, я не знаю. Либо мы сейчас просто умрем, либо продымажимся. Добро пожаловать, беженцы. Отрывайтесь от... Тоже с камерой, представляете, еще мир... В станции, наконец-таки. Наконец-таки. Я нашел тебя, блин. Вовремя. Что здесь имеется у нас? Давай смотреть. Есть верфь. А, ну вот, да, верфь, торговля, бар, госпиталь и полиция пока недоступны. Окей. Есть верфь. Что я здесь... Я могу починить за деньги. Да, я могу за деньги починить корпус. Отлично, правда, денег надо очень много. Полное здоровье. 1900. О, это прям больно. Я могу за деньги улучшать корабль. Типа не за лом, а за деньги. Вот есть какие-то модули. Есть модуль управления дронами, питательно-металлических дронов для атаки и защиты. Изолятор позволяет содержать пленных на борту. Не, ну пленным мне не надо. Вот модуль управления дронами, наверное, было бы неплохо. Потому что дроны-то у меня есть. Вот они, их у меня 19. Репликант дрона позволяет создавать и активировать дрона во время сражения. Но с другой стороны, возможно, мне этот дрон не особо-то будет полезен. Вот, потому что...
я, получается, отключаю щиты и стреляю точечно. Вот, то есть, наверное, мне это не особо-то и понадобится. Дроны какие-то. Давай, я, наверное, лучше дронов продам, а на эти деньги починю корабль. Благо, их можно... А, у него есть деньги, то есть, они могут закончиться. Прикольно. Приколденно. Так, бомбы оставляем тогда, получается. Ракеты, наверное, продаем. Потому что бомбы, ну, типа, у бомб стопроцентное, я так понимаю, попадание. А вот у ракет нет. То есть ими можно промахнуться, и как бы достаточно часто ими можно промахнуться. Что, кстати, по пушкам у них есть? Во-первых, еду надо сразу скупить полностью. Это 100%. Дальше что у нас есть? Ракеты Мастиф есть, да? Так, боевой дрон. А, ну это дрон. А, боевой, подожди. Надо космодрон боевой поддержки, который автоматически атакует противника, обстреливая его плазменными зарядами. Ну, не знаю. Тут еще один дрон. А, у них нет пушек нормальных, у них только дроны, прикинь. Подожди, так мне нужен репликант дрона, чтобы выпустить дрона, или как это работает? 10-15, шанс оглушения, требуется энергия 4, время перезарядки 5. Блин, жалко, нету оружия у них в продаже никакого. Топляк у меня есть, топливо мне не нужно. Ладно, давай что-нибудь попробуем улучшить просто. Так, во-первых, давай, наверное, все-таки полностью отремонтируем корпус. Принять. Улучшить, кстати, я его не могу. То есть тут 300 из 300, и я не могу его никак улучшить. Далее, у меня остается 2200. Чтобы стрелять ракетами, мне нужна еще одна энергия, получается, в оружейном отсеке, правильно? Вот так. Нужен пилот, автопилот, 30% уклонения. А, смотри, если я прокачаю капитанский мостик, то здесь будет автопилот, который имеет 30% уклонения. Я смогу одного человечка куда-нибудь отправить в другое место, чтобы он где-то в другом месте тусовался. Уклонение 30%. Щиты. Либо, блин, либо максималочку. Можно триум еще взять, потому что в прошлый раз места не было. А, ну, получается, все тогда. Вот. Можно один вот так вот вкачать. Ну все, готово. 388 у меня осталось. 108 лома, на всякий случай, если что-то нужно будет апгрейдить. Ну, дронов я точно не буду покупать. Оставлю тогда как есть. Оставлю как есть. Бар. А, я могу нанять кого-то. Но у меня денег нет. Ну ладно. Так, ну в принципе все. Это ж, да, это типа просто отделы, это у нас недоступно. В космос. Так, в космосе. Что у нас имеется в космосе? Делаем вот так. Включаются у нас ракеты. Хорош. Истощение. А, вот, ручание смерти чем-нибудь. А, да, мы теряем, получается, по 20% хп. Пойдем отхилимся. А, они не хилят. Ну, у меня еда есть. Видимо, после следующего полета они смогут отхилиться. Так, Хина у нас здесь тусуется. Эта Хина у нас тусуется здесь. Мэй. Юкика. Все. Ну, вроде бы все, ребят. Летим дальше тогда. С едой пока проблемы. С топливом проблем нет, а вот с едой есть проблемы. Пиратская станция. Обычно их маскируют под необитаемые. Если бы не ваши старые связи, искать ее пришлось бы куда дольше. Подлетая, вы уже ощущаете приключения для вашего экипажа. На станции царит беззаконие. Азартные игры, запрещенные утехи, незаконные товары. Где-то среди всего этого хаоса должен быть хакер
Тайртикон, который вам нужен. Откуда начать поиски? Пройтись по закоулкам, сыграть... Давай по закоулкам пройдемся. Проходя сквозь местный рынок, вы обращаете внимание на товары. Многие из них украдены. На гости станции охотно покупают все по низкой цене. Вы понимаете, что заблудились. Проходя мимо одного из прилавков, вы пытаетесь уточнить, как вам вернуться обратно. Торговец не хочет помогать, пока вы не купите его товар. Вы соглашаетесь, покупаете древний кассетный музыкальный плеер. Как эту штуку включить? Это ж музейный экспонат. Отправляйся к местному Тайрикону технарю, он включит тебе и покажет, что как. Возврату не подлежит. Понимаю. Вы уточняете адрес Тайрикона, отправляйтесь туда, попутно слушая хиты давно ушедшей эпохи Земли. Минус 205... Ой, ну хорошо, что у меня хоть были деньги. И плюс один мораль юнита. Придя по адресу, вы находите небольшую мастерскую старого Тайтрикона. Он быстро понимает, зачем вы пришли к нему, и требует кругленькую сумму за включение счастливого билета. А у меня нет денег. Рони где-то там, ему нужна помощь. Стоит ли платить этой жадной железяке или попробовать что-то другое? Предложить помощь в обмен на услуги ремонта. Слушай, может договоримся, у меня есть свободное время, может тебе помощь нужна? Я толковый капитан, много чего умею. Тайтрикон, недолго думая, заваливает вас с работой. Вы разбираете хлам в его доме, разбираетесь с его долгами за аренду на станции. Спустя пару часов, знатно устав в драке с арендодателем, вы ранены, возвращаетесь к Тайтрикону за билетом. Хромой. Плюс 2. О, блин. Скорость передвижения снижена на 20%. Счастливый билет приходит в себя. Он рассказывает вам о произошедшем на станции. Два корабля винаторов увели в рабство почти всю станцию. Тех, кто сопротивлялся, убивали на месте. Сам счастливчик очень сожалеет, что совершил самоубийство. Сожалеет об успешном самоубийстве. Это даже звучит странно. Однако он не хотел лишаться своего блока памяти, поэтому решил поджарить себя в отсеке переработки, куда точно никто бы не сунулся без надобности. Предмет утерян. О, мне дали нового члена экипажа. Супер. Попо, ну и умничка. А где он? А вот он. Счастливый билет. А что он умеет? Счастливый билет. Так. Счастливый билет. Оператор гипердвигателя. Оператор орудий. О, отлично. Ну, в принципе, я его и не туда не могу послать. Вот, будет, ну, такой, типа, на подстраховке. Система не установлена. Тут еще какая-то система, смотри, есть. Параноик, Робин Бобин, невероятная удача. Потребление припасов увеличено. Но он же, по идее, робот, он не должен есть еду. Так. Куда тебя, братец, отправить? Давай, наверное, в медицинский отдел. Будешь, если что, там тогда что-то ремонтировать. В принципе, да, отсюда он сразу сможет, если что, помочь и здесь, и здесь. То есть, наверное, это будет самым таким более-менее грамотным решением. Так, с энергией у нас все хорошо. У меня есть, кстати, еще одна ячейка энергии. Может быть, стоит действительно автопилот подрубить тогда? У меня сейчас плюс 7 к уклонению. А как-то типа общее уклонение я посмотреть могу? Наверное, это оно и есть. То есть, если я сделаю... капитанский мостик, вот этот автопилот сделаю, вот так вот, да? Беру, например, отсюда человека. Сделаю... А, ну тут уже сразу автоматически на плюс 2. Но почему-то... Ну типа человек все равно даст, наверное, какой-то плюс. Ну да, типа плюс 7. То есть 30 и плюс еще плюс 7. По всей видимости. Я просто не могу посмотреть, а где можно узнать вообще характеристики именно. Команда, триум. Сколько у меня сейчас уклонения, сколько у меня там вот этого всего. Тут почему-то это не написано нигде. А, вот, написано, блин. У ворот 32%. А если я уберу,
у меня станет оборот 5%. Все. Ну, так, кстати, неплохо. 32%, слушай. Это достаточно неплохо. Тут все подключено подробно. А, подожди, а почему... А почему я сюда энергию не закинул? Свободную. Вон у меня есть одна ячейка. Или мне сюда энергия не нужна? По всей видимости, не нужна. А если вот так сделать? Сразу 3 становится. А, то есть я на вот эти системы энергию не трачу. Но я, видимо, могу отсюда, допустим, энергию забрать. А, нет, не могу. Но сейчас у меня, получается, уклонение стало гораздо больше. 38%. А если мы его уведем... 9 всего лишь, да. Ну, 38 неплохо, почти 50. Все, отправляемся дальше тогда. Значит, куда нам дальше лететь? По квесту. Вон туда. Все, туда мы тогда и отправимся. А лететь будем через системы, в которых я еще не был. Кстати, достаточно далеко мне придется туда лететь. То есть, вот так, сюда, 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 сюда. Я надеюсь, что я там встречу... У меня опять нет еды. Ты понял? У меня опять нет еды. Какой-то беспилотник, который настроен агрессивно. У меня все голодные. Да я думаю, что я сейчас просто умру. Сомневаюсь, что я смогу дойти до конца. Навряд ли на этом беспилотнике будет какая-то еда. Я прям максимально сомневаюсь в этом. А, у него нету щитов. То есть я могу просто стрелять по орудиям и все. Там, по-моему, даже никого нету на корабле. Потому что никто не ремонтирует. Очень странно. Это очень странный беспилотник. Так, хорош. Да, еды нет. Спаренная плазма турель. Так, ракеты убираем. А, подожди, а где она? А, вот она. Спаренная плазма турель. Количество выстрелов 2, трему энергии 1. Отлично, отлично. Правда, заюзать, наверное, у меня ее не... Хотя, ну, я думаю, что еще один, максимум два прыжка я сделать смогу, и все. И у меня просто тупо все умрут. В космопорт возвращаться, наверное, смысла нет, потому что я там всю еду скупил. Я не знаю, восстановится она или нет. Мне, наверное, проще двигаться дальше, в надежде, что я встречу какой-то корабль, в котором будет еда. Так. Ну, тут, я думаю, по стандартной схеме. Можно по щитам. Да, можно бить по щитам. Еще 2 выстрела. Хорош! И щиты, и пушки достаточно неплохо так пробили. По щитам. По оружию. Вот это я уже понимаю. Раскочегарили неплохо. Есть немножко еды, отлично. И какая-то пушка, бластерная турель. Первым призарядка, ну, урон слабенький, конечно. Количество выстрелов 2. А, ну тут 2 количества выстрелов, кстати. А, то есть, если я заменю... Как я могу сделать? Я могу заменить... А, получается... Вот эту... На вот эту. Но мне нужна энергия. Типа мне нужно будет улучшить. Орудийную установку. Ну да, наверное, я так и сделаю, ребят. Я, наверное... А, ну или можно мины убрать. Мины уберем. Трюм вкачаем. Блин, день прошел. Ай-яй-яй-яй-яй. Я всю еду опять схавал. Так, вот так ставим. Вот эту отключаем. А вот эту включаем. Все.
Полетели дальше. Сейчас восстановится. Нам вот сюда. Ближайшие станции казино, которые вы так хотели миновать, дабы не навлекать на себя проблемы, просят помощи. Они неплохо платят, так что вы разворачиваете корабль и подлетаете поближе. Подлетите поближе, выслушайте их. Вас приветствует Тайтрикон 257623 под кодовым именем Крупье. Для нашего филиала недалеко отсюда требуется новый запас напечатанных игровых фишек. Направляйте запрос о доставке. Ограбить казино. Давай ограбим казино. Мы считаем нападение на наши транспортные суда актом агрессии. Готовьтесь к дезинтеграции. Приятного времени суток. Ну, стрёмно выглядит. Я бы не сказал, что... Ага, это дрон. Все, думаю, что происходит. По схеме, по стандартной, по оружиям, по щитам. 4 выстрела по щитам, 3 выстрела по пушкам. Вот так вот. Хорош! Хорош! Дрон летает, но он, я сомневаюсь, что что-то сможет сделать. Промах, да. Я думаю, что... Вот эта штука единственная может мне сделать какой-то беспорядок. Супер! У нас все живы, все хорошо. Корпус не пострадал. Вы быстро отправляете подкрепление, увозите все кредиты. О, хорошо. Но у нас увеличилось, да, разыскиваемость, смотри, прям очень, очень сильно увеличилась. Скоростная Эми Турель. О, самая быстрая Эми пушка во время... не наносит урона, но нарушает работу вражеского корабля. О, слушай, а если через щиты... То есть смотри, я получается щиты отключаю и стреляю Эми пушкой по отсеку с щитами. Правда, энергии надо много. Но время перезарядки, это я так понимаю, всего 4 секунды. Можно попробовать, как эта штука будет работать. В целом... блин, я сейчас потеряю робота. На следующем прыжке он умрет. Ну а блин, а что делать? Давай просто тестить тогда, пробовать... Значит, оружие вкачиваем, реакторов... А, не хватает, да, блин? Ладно. А, подожди, а у меня же, по-моему... У меня вот вроде бы одна ячейка есть. То есть мне надо вкачать только оружейный отсек. Прошел день. А, минус робот. Как он, блин, умер? Он же не должен есть. Так, я уберу тогда вот эту пушку точно отсюда. Мы поставим скоростную Эми Турель. Отключим тогда вот эту и подключим вот эту. Вот так тогда попробуем. Попробуем. Блин, или ну его нафиг. Ладно, попробуем. Все, летим дальше. Ну, мне только сюда лететь. То есть мне тупо лететь нужно прямо, и все. Еду, я так понимаю, я нигде не смогу найти. По прилету сейчас старый корабль беженцев в стере. Приближение передачи капитана очень тоже зло нашим присутствием. Что тут делать? Летать отсюда, пока я вас не застрелил. Пытайтесь поговорить с ними, успокоить их. Снижая тембр своего голоса, вы пытаетесь поговорить с капитаном и донести до него, что насилие не выход. Вы чувствуете, что его дыхание замедлилось и голос больше не дрожит. Он объясняет, что он потерял половину своей команды на войне. Со слезами на глазах он благодарит вас за краткий курс психотерапии и отдает вам некоторые ресурсы в качестве подарка. О, 31 еда. Но я все равно потерял этого счастливого друга нашего. Но еда есть, то есть живем, ребят, живем. Это радует. Так, дальше летим сюда. Ничего пока делать не буду, просто летим дальше. В системе необычно спокойно. Такое затишье вам только на руку. Вы спокойно спотеваете корабль и заряжаете двигатели.
блин, я не знаю, оставить мне эту скоростную Эми орудие или лучше оставить бластерную... Да, блин, я не хочу, я просто не хочу, на самом деле, рисковать. Я лучше бластерную турель, наверное, подрублю. Типа, ну его нафиг, пускай лучше так будет, на всякий случай. Так, а тогда, получается, я могу уж заменить там... А если я вот так сделаю? Мне хватит энергии? О, мне хватит энергии на все 4 пушки. Супер, вообще офигенно. Все 4 пушки меня будут сейчас долбить. Хоть они наносят урона не совсем как бы много, да, но... Так, надо восстановить щиты, потому что здесь у нас астероидное поле. Хватит! Так, вот промах, все, улетаем отсюда вам. Дальше. Все, щиты восстановились. Вы прилетаете в систему с вратами, встречаете огромный корабль клана Улья Бегемот. Данный клан славится тем, что штурмует все корабли и пожирает каждый живой организм, который встречается ему на пути. Как вы и предполагаете, вы являетесь следующей целью. Первый был дипломат, а второй у нас корабль Улей Бегемот. Нифига себе, страшная херня какая. Так. Бум. Где у них орудие? Вот это, да? Так. Так. И по щитам. Так. Так. Я не взорвал орудие? В смысле, блин? Немножко, правда, прокоцал щиты, а орудие не взорвал, прикинь. Промазал. Что это было? О! Ты чего, блин, делаешь? Помогайте. Жук-вонючка что-то там творит. Он убил ее, он убил Хину, прикинь, а я даже не заметил. У них там был какой-то телепорт. У них какой-то жесткий лазер. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, как все плохо. Ну давайте кто-нибудь убейте его. Так, обратно на щиты, обратно на орудие. Сюда. Уходи, 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 уходи. Отхилься. Вот жук-вонючка, ты смотри, что он там натворил, а? Надо, наверное, не по орудиям, а все-таки по кислороду бить. Они там нахрен задохнулись. Они ж по идее должны дышать кислородом. А чё не стреляем? Кого ждем? Уходи, 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 уходи. Он отсюда выбрался? Вы уничтожили, же можете покинуть систему. Немножко еды. Блин, он теперь здесь тусуется. Ну иди сюда. Хорош. Добили гада. Блин, потеряли, прикинь, Юкико. Ёлки-палки. А я не могу, да, её никак там, типа, отхилить? Или могу? Нет, он по-моему, чинит корпус. Он
не восстанавливает ее. Нокаут. У вас серьезные проблемы. А, или я могу ее оживить? Так, а как мне ее оживить-то? Медицинская помощь требуется. А как мне ее оказать? А, ну тут ничего не происходит. Так чё, Агата, блин, как тебе вылечить? Нокаут. Серьезные проблемы со здоровьем. Ему требуется незамедлительная медицинская помощь. Так, а я не знаю, как этого сделать. Да, блин, вот это, конечно, проблема. Может быть, это как-то еще не реализовано. Ну, я не могу взять труп. Она его не берет. Нокаут. Ну, я не знаю, ребят. Придется оставить как есть. По идее, человек должен был его поднять, и с ним вместе надо было идти в медотсек. Сектор с виду кажется покинутым, но это только видимость. Вы знаете, что там кипит жизнь, как минимум, из патрулей венаторов. Вы аккуратно пробираетесь в следующую точку вашего маршрута. Так, и нас уже осталось трое. Ладненько, ребят, на сегодня будем заканчивать. Если вам понравилось, вы меня поддержите, я обязательно продолжу. Уже становится потно, уже прям... Фух. А уже, кажется, надо следить не только за вражеским кораблем, но и за своим собственным, чтобы не получилась какая-то жопа. На сегодня будем заканчивать. Не забывайте подписываться, ставить лайк. Всем удачи и пока.